Мир Божий, братья и сестры! Мы сегодня находимся в Доме молитвы. Сегодня мы еще продолжаем благодарить нашего Бога, прославлять Его святое имя, вспоминать милости Его и возносить Ему хвалу за все Его благие даяния для нас и в нашей жизни. Я читаю Слово Божье, после которого мы будем совершать молитву перед нашим Богом. Псалом 79. Читаю два стишка, 15 и 16 стихи. «Боже сил, обратись же, презри с неба и возри, и посети виноград этот. Охрани, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе». Слава нашему Богу, братья и сестры! Сегодня мы, смотря на эти плоды, и не только сегодня, но смотря на эти плоды и на все это добро, которое перед нами, давайте вспомним, что эти плоды, они росли на протяжении долгого времени. Они орошались водою, напаялись лучами солнца, согревались, были и вьюги, и холода, и дожди, и ветра. Но прошло это время, и они укрепились, и сегодня они перед нами красуют наш взгляд, наши очи. Братья и сестры, наша жизнь подобна этим плодам. Мы в нашей жизни переходим, переносим в жизни своей трудности, переживания наподобие этих плодов. И для чего это все Бог посылает в нашу жизнь? Для того, чтобы мы украшали подобно эти плоды, чтобы мы достигли того небесного царства, и чтобы мы в царстве были подобны этим плодам, красивым, полноценным, вкусным, приятным, сочным. Поэтому мы молимся и обращаем слово, взгляд наш на Слово Божье, и мы читаем: «Господи, посети виноград свой». Посети. Сегодня Божий виноградник. Бог хочет посещать. Бог хочет видеть плоды. Братья и сестры, и это слово, это служение, которое совершается, чтобы мы принимали. Если солнце, солнце. Если влагу, то влагу. Если приятные, сочные, чтобы мы принимали и украшались, и возрастали для славы Божьей. Да поможет нам Господь. Молимся в начале нашего служения и благодарим Бога нашего. Аминь.